Успокойся, Шахрезад. Никто ни о чем не узнает. А где мой сынок? Где ты его оставила? Я Мелек попросила забрать его из школы. Каан у них. Отлично. Каан дедушку очень любит. А своих сестер? Очень. Почему ты спросил? Ему ведь нравится проводить с ними выходные, правда? Что это ты задумал? Дорогая, любимая моя. Каан? Сынок, как ты там? Чем занимаешься? Играем с букеты, Бурджу. Дедушка купил нам игру автогонки. А вы что делаете? Мы с твоей мамой гуляем в горах. Вы вечером приедете? Нет, завтра, но мы по тебе уже очень соскучились. Я тоже соскучился. Сынок милый, слушайся дедушку с бабушкой, ладно? Ну все, целую тебя, пока. Пока, мой хороший. Каан там отлично проводит время. Еще бы, все на руках его носят. По голосу такой довольный. Что такое? Пойдем, еще долго идти. А куда мы направляемся? Сейчас покажу. Пройдем здесь и дальше вон туда. Зачем? Там потрясающий вид. Озеро видно. Пойдем, если поторопимся, успеем посмотреть закат. Клади побольше какао, Немет. Каану нравится. Он у нас такой лапочка, машала. Шахрезад, наверное, раньше завтрашнего дня не вернется, мама? Сказала, что вернутся в воскресенье вечером. А что такое? Почему, спрашиваешь? Да так, ничего. Значит, они и ночевать там будут. С Анурбеем вместе. Они уже взрослые люди, Фисун. Что хотят, то и делают. Ну, конечно. Немет, пожалуйста, достань орехов. Хорошо. Хорошо знаешь эти места? Угу. Я не раз проходила этот маршрут. Точнее, мы с Ахметом проходили. Расскажи мне немного про Ахмета. Не надо. Любимая, не веди себя так, будто в твоей жизни не было Ахмета. Я вовсе не хочу, чтобы ты стерла все свои воспоминания. Анур. В конце концов, Ахмет – отец Каана. Но Каан теперь и мой сын. Разве я не имею права знать о нем все? Но это ведь уже все в прошлом, очень горьком прошлом. Любимая, прошлое – это часть нас. Мы живем вместе с ним. Мы же не можем просто все забыть. Пожалуйста, не молчи, когда тебе хочется поговорить об Ахмете. Говори все, что захочешь. Я готов тебя слушать. Как же мне с тобой повезло. Мое счастье – это ты.